Это шампанское. Хуйня. Из-под коня. Прикольно. Спасибо. Какого хуя? О, прикольно. Спасибо. Друзья, всем привет, как дела? После последнего выпуска, в котором я вас попросил подписаться на мой канал, на меня подписалось рекордное количество человек. И теперь на моем канале 300 подписчиков. 300 — это в два раза больше, чем 150. Спасибо вам за это. У меня даже реклама появилась. Поэтому в описании к этому видео вы сможете обнаружить ссылку на один очень интересный магазин, который позволяет экономить твои деньги. Ты сможешь много экономить в повседневной жизни, независимо от того, что ты хочешь купить, будь то одежда или банан из магазина. Также там есть много разных киносервисов, только в 100 раз дешевле. Не веришь? Перейди по ссылке в описании и убедись в этом сам. В этом выпуске по мою сторону экрана вы сможете увидеть не только меня, но и еще одного интересного человека. Поэтому, я думаю, выпуск должен получиться хорошим. Чё будешь пить? Пить? Что за песни? А? Что за песни будешь пить? Пить. Поёшь? Какой песни? Воду. Воду пить. А какой песни поёшь? Поёшь? Да. Песни, да? Да. Да. Давай. Или просто так держишь для мода гитару? Просто держу. Так не делается, брат. Красавчик ты! Вы похожи друг на друга очень. Брат мой троюродный. Троюродный. То есть пятая пизду колено. Ну, на самом деле видно, что ты вот слева, как бы, знаешь, такая первая стадия там чего-то, да? А ты вот в синем уже такая третья стадия, то есть модифицированная более. Что за стадия? Ну, там, не знаю, ну... Если покемон, если помните такое, там, насколько я помню, там вот Чермандер, Чермиллион, и вот Черизард был самый крутой. И вот ты... Крамштайн, ебаника, нахуй, под гитару. Zu des gesehen Doch der Abend wirft ein Tuch aufs Land Und auf die Wege hinter Waldesrand Und der Wald steht so schwarz und leer Weh mio weh Und die Vögel singen nicht mehr Ohne dich kann ich nicht sein Ohne dich Nimm die Birin auch allein Ohne dich Ohne dich zerlieg die Stunden Ohne dich Mit dir stehen die Sekunden Ohne dich На этом все. Спасибо большое за просмотр. Могу тебя попросить только поставить лайк и написать какой-нибудь комментарий. Пусть даже это будет какая-нибудь конструктивная критика. Спасибо, пока.